Значит, ну тогда я заново начну. Если действительно, можно сколько угодно говорить о заговорах, но если действительно кто-то располагает достаточными данными о том, что Центробанк является филиалом системы США, финансовой системы, то ну, пусть он эти данные, по крайней мере, даст мне. Я ознакомлюсь, изучу и скажу свое мнение. Позиция Центробанка во многом непонятна, во многом непрозрачна. И мы неоднократно ставили вопрос о том, чтобы каждую неделю представитель Центробанка приходил в Государственную Думу для соответствующих отчетов. Потому что даже вот этот дефолт, который произошел за последние месяцы, непонятно, каким образом наша финансовая система, которая является достаточно устойчивой, пусть не самой хорошей, но достаточно устойчивой, смогла получить такое финансовое поражение, такое фиаско, которое мы видели с вами в декабре прошлого года. Что касается национализации, вопрос не в том стоит, национализировать или не национализировать, а люди-то какие там будут работать. Понимаете, если можно создать любую бюджетную организацию, где будут народные деньги, но если мы поставим туда плохого управленца или вора, она не будет приносить никаких прибыли, никакой экономической целесообразности для государства положительной носить не будет, и мы будем получать точно такие же минусы, точно такие же расходы.